Всем привет, с вами Нинель. Рада вас приветствовать, дорогие мои друзья онлайн, зрители на моем канале. Или кто случайно зашел, увидит это видео. Сегодня я буду готовить запеканку из кабачков. Ну, думаю, сниму заодно видео, покажу вам, как это делаю я. Значит, кабачки, это не старые кабачки. Это такой сорт, желтые кабачки. Они молоденькие, я вот попробовала. Поэтому шкурку я, наверное, даже не буду очищать. Ну, может, вот эту вот, которая потыканная, может, и не буду. Вот, значит, я взяла 4 кабачка, там посмотрю, сколько у меня формы поместится. Значит, кабачки, сыр, твердый сыр, я натерла остатки, которые у меня были, тоже на глаз беру. Ну, чем больше сыра, тем, конечно, калорийнее и вкуснее. Укропчик, зелень, зеленую часть лука, только покрашу, сметана, горчица, перец, чеснок молотый и соль. А, и 2 яйца. Вот. Ну, приступим. Я нарезала кабачки. Я резала на бёрнерской терке. Можно порезать от руки, конечно. Кубики будут побольше. Мне, конечно, нужно. Но мне же надо все по-пуренькому. И тем более надо же пользоваться теркой раскуплено. Вот. Но я чуть не поняла, не крупную, у меня мелкими очень кубиками получилось. Ну, и ладно, может, так еще и вкуснее будет. Значит, я добавила соль, перец и вот тертый молотый чесночную пудру. Значит, учитывайте то, что будет сыр в запеканке, поэтому не пересолите. Вот. И сейчас это все хорошо перемешаю. 2 столовые ложки сметаны я добавляю чайную ложку горчицы и опять это все перемешаю и добавлю сыр. У меня сыр мелкого помола, тоже я этой машинкой специальной пользовалась. А можно натереть на терке тоже, смотрите, крупно, мелко, как 2 яйца. И теперь эту яичную смесь добавим вот в эту нашу заливочку. И снова перемешаем. Комочки получается, ничего страшного. Это же не мука у нас там. Вот. Так вот я перемешала. И теперь в кабачки я добавлю измельченный лук и зеленый перец. Ой, зеленый перец лука и измельченный лук. Можно уже включить духовку для разогрева. 200 градусов по Цельсию. Где-то 395 по Фаренгейту. Духовочка должна быть. И, значит, вот засыпали и снова перемешиваем. Перемешали и выкладываем форму. У меня такая квадратная форма, не знаю. Что-то, мне кажется, нарубила я много кабачков. Может, придется в прямоугольную выкладывать. Сейчас посмотрю. О, нет, смотрите, самое то. Нормальный Григорий, отлично, Константин. Прямо тютелька в тютельку. Ой, тоже стучу, как Джейка. Теперь нужно вот этой заливочкой залить наши кабачочки. Вот так. Равномерненько. Потом, если что, прорехи замажете. Залили, разровняли. И теперь оставшимся сыром посыпаем. Даже можно было и больше сыра оставить. Ну ладно. Так тоже ничего. Все. Духовка готова. Отправляем на 45 минут. Разогретую духовку до 200 градусов. Вот такое получилось блюдо. Запеканочка из кабачка. Смотрите, прямо с пылу с жару. Такая вот. Сейчас 12 часов. Я приглашу Джей на ланч. Он обычно ланчует в 12. Но у нас так это. Я, например, не ланчую в 12. У меня свой режим, у него свой. Если ничего не готово, он может просто там бутер какой-то съесть или еще что-нибудь там ухватить. Но хочу сказать о другом. Девчонки, не первый раз я уже читаю в комментах, что вы прямо там под таким большим вопросом. А как же Джей, вот пока ты снимаешь видосы, он там или остывает блюдо, или он голодненький, бедненький там Джей. Я что-то, девки, не понял. Кто вам Джей, кто вам Нинель? Кто вам подруга-то?
Ни разу никто не написал. Ой, Нинель, Нинелечка там, Нинелка, Нелка. Ты там слюной не зашла, снимая видос. Или не сголодалась, или как ты холодненькой будешь есть. А главное, они за Джея переживают. Не, ну надо, это блин, ну что, подруги такие? Это что такое? А что ты не понял? Больше вообще не буду мужу нафиг показывать. Только себя, чтоб меня жалели. Девчонки, ну это же, конечно, шутка была. Сейчас я вам покажу поближе. Так, вот такой вот он, значит, запекся. 45 минут. Так, и в разрезе сейчас покажу. Немножко, правда, вот видите, кабачок остался. Ну, я его так как гарнирчик положила. Значит, девочки, вот такой вот в разрезе. Так, где тут покрасивший разрез? Или здесь вот показать. Вы, наверное, заметили, что я не смазывала форму маслом, стеклянную форму, не знаю. Наверное, тефлоновую тоже не надо смазывать. Потому что кабачок и так выделил вот жидкость, видите, достаточно. Ничего не подгорело. Так что забыла вам сказать о масле. Ну, сейчас напоминаю, не нужно смазывать. Лишние нам эти жиры, сметанка жирная. Зачем нам? Так, все, тарелки горячие, не проживаем, девчонки, тарелки горячие еще. Вон, форма горячая. Сметанку, может, Джейчик захочет со сметанкой. Вот. Можете, конечно, импровизировать, делать с мясом, но это уже другое блюдо будет. Это вот такая запеканочка вегетарианская. Так что наслаждайтесь, девочки. Вкусной пищей и полезной. Это беж кабачками. Все. Всем пока. С вами была Нинель. Ваша подруга. Хочу напомнить, если кто-то забыл. Подруга онлайн. А Джей нам кто? Он просто муж подруги. Все, покеда.